Практически каждый год компания Nikon выпускает обновление своей 5000-й серии. Но в этот раз что-то пошло не так. D5000, D5100, D5200, D5300 и тут на тебе, D5500. Японцы, вы что, считать не умеете? Где 5400? Что? Ну да ладно, пусть этот вопрос останется риторическим. А мы пока посмотрим, что же изменилось в новой 5000-й. Наверное, обновление значительное, раз она перешагнула через поколение, подумаете вы. А нет, по сравнению с 5300 добавили только тачскрин и нейтральный профиль для видеосъемки. Но такой обзор, наверное, вас не устроит. Вы ведь хотите, чтобы я все о ней рассказал? Ну, начнем тогда с корпуса. Камера реально легкая и компактная. С объективом, картой памятью и батареей весит всего 665 грамм. D5500 очень удобно лежит в руке, все благодаря батарейной рукоятке. Может, сразу так и не скажешь, но она прилично так выступает над корпусом. Реально удобно. На камере есть куча кнопочек и переключателей. На диск прокрутки всего один. Автономность у D5500 практически рекордная. На одном заряде можно отщелкать до 800 снимков. Как я уже и говорил, экранчик здесь такой же, как и у D5300. Только теперь он еще и сенсорный. Диагональ у него 3,2 дюйма и имеет разрешение 720 на 480 точек. В камере установлен CMOS-сенсор на 24 мегапикселя. Антимуарный фильтр отсутствует. Система фокусировки насчитывает 39 точек, 9 из которых перекрестного типа. Это в два раза больше, чем у прямого конкурента Canon 750D. Автофокус не то чтобы быстрый, но и немедленный. Нормальный. Диапазон выдержек от 1/4000 до 30 секунд. Да, 1/8000 еще не добралась в бюджетный сегмент. Но скажите честно, вы часто используете выдержку короче 1/4000? Серийная съемка 5 кадров в секунду. Порог ISO 25600. На 6400 все норм. Немного подмарафетить в фотошопе и будет конфетка. На 12800 шумы уже очень заметны, но детализация не падает. На стандартных настройках изображения камера очень сильно повышает контрастность. Так что я бы советовал убирать контраст минус, либо выбирать нейтральный режим. Видео записывает Full HD при 24, 25, 30 и 60 кадрах в секунду. Но Nikon по-прежнему наступает на те же грабли. Я говорю о возможности изменять диафрагму в Live View. Ее нет. Nikon, остановитесь! Видео хорошего качества. Порадовала съемка при 60 кадрах. Можете замедлить в два раза и будет такое себе слоумо. Есть множество творческих эффектов. Для них даже вынесено отдельное место на диске выбора режимов. Но это такое, абы було. Они ужасны, и вы вряд ли их будете когда-либо использовать. Wi-Fi тоже есть, а вот GPS убрали, видимо, был не востребован. Если вы ищете первую зеркалку для фото, то она идеально подойдет. Но если хотите и видео поснимать, то посмотрите на прямого конкурента Canon 750D. Кстати, его обзор мы недавно делали. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить этому видео лайк. Пока!